сообщество, чтобы ему помогло. Они вам не помогут. Украинцы, вы же славянские, религиозные, вы же мужчины, в конце концов. Разберитесь с этими куклами, этими Зеленскими, Арестовичами и Кличко. Они продали вас, вашу страну, вашу религию, вашу молодежь. И вот это еще раз подтверждение этому. Ахмат, сила! Вам окажут медицинскую помощь, как сейчас оказывают. Вам дадут одежду, как с военнопленными. К вам будут относиться с уважением и с пониманием. И те пехотинцы, которые 1500 человек сдавались, они сейчас со своими семьями созваниваются, готовы идти против этих Зеленских. Pasukan khusus Chechnya mengampuni 5 prajurit Ukraina yang terluka dan telah menyerah di kawasan industri kota Mariupol. Informasi yang disampaikan Wakil Duma Negara Federasi Rusia, Adam Delimkanov, dan Sultan Rasaev pada telegram Kadyrov underscore 95 di hari Kamis 21 April 2022. Dalam situasi pertempuran kedua belah pihak, pasukan Chechnya memperlakukan setiap prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang menyerah dengan mematuhi semua norma yang diterima secara umum. Pasukan Chechnya memperlakukan 5 prajurit Ukraina di kawasan industri Mariupol dengan sikap manusiawi. Adam Sultanovich yang memainkan peran utama dalam keputusan untuk melakukan hal tersebut dan melakukan percakapan preventif dengan mereka. Ia menjelaskan bahwa seluruh situasi saat ini, Ukraina menjadi alat tawar-menawar dalam godaan Zelensky dengan Eropa dan Amerika. Di mana disebutkan bahwa para tentara tersebut menjelaskan bahwa sudah lama ingin menyerah, tetapi rasa takut pada prajurit kita mencegah mereka mengambil langkah yang begitu penting. Seperti yang mereka sendiri lihat sekarang, tidak ada yang salah dengan itu. Sebaliknya, para lelaki itu menyelamatkan hidup mereka dan sekarang mereka memiliki harapan bahwa mereka akan segera dapat kembali ke keluarga mereka dengan selamat. Tentara Rusia datang membantu penduduk Donbas dan Ukraina untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan barat, di mana yang disebut Presiden Zelensky mengusir mereka. Kami akan memenuhi semua tugas yang ditetapkan oleh kepemimpinan Federasi Rusia. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa share dan like seluruh akun Tribun Medan. Что хочешь сказать этому кавычку командиру Азова? Это кто такой, Редис? Кто это такой? Звание его. Вот видите, вот так уничтожает Украину и украинскую молодежь. Хочется сказать, чтобы прислушались президенту России Владимиру Владимировичу Путину, Рамзану Ахматовичу, к руководителям ДНР, ЛНР, чтобы наконец-то народ понял, что и чем занимаются эти вояки, предавшие свой народ. Эти бедолаги везде сдаются, по всему Мариуполю. Мирных людей, войска, совместно с Ахмат, ДНР уводят, им обеспечивают медикаментами, питанием. Всем необходимо. Хочу еще раз сказать тем, кто находится в Азовстале. У вас единственный шанс сегодня выйти всем. И эти командиры, в кавычках, которые вчера кричал, орал, дайте нам коридор, призывал мировое сообщество, чтобы ему помогло. Они вам не помогут. Украинцы, вы же славянские, религиозные, вы же мужчины, в конце концов. Разберитесь с этими куклами, этими Зеленскими, Арестовичами и Кличко. Они продали вас, вашу страну, вашу религию, вашу молодежь. И вот это еще раз подтверждение этому. Ахмат, сила! Вам окажут медицинскую помощь, как сейчас оказывают. Вам дадут одежду, как с военнопленными. Вам будут относиться с уважением и с пониманием. И те пехотинцы, которые 1500 человек сдавались, они сейчас со своими семьями созваниваются, готовы идти против этих Зеленских и ему подобных народов. Законно был на весь бог эти. Бежло, это я еще Ахмат, сила нахуй. Да, 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 да,